Беларусь отзначила День незалежности. Святкаванне у Гомеле распачаліся урачыстым шэсцем по центральной улице города. Негледзячы на отпускны час и не зусім летнее надворье, удзел у ім прынялі каля 25 тысяч человек. Гэта ветераны, кіраўнікі в области и города, прадстаўнікі працоўных коллективов, спортсмены и творчая молодь. Упершыню у шэсці задзейнічалі не только державную символику, але и 22 гербы Гомеля и усіх райцентров. Для сучасного поколения беларусов 3 липеня свята миру, надеи, новых здесь. Своей працей мы доказываем верность традициям наших батьков и дяду. Будуем моцную и квітнеючую державу. С такими словами из нагоды свята даже гарау региона звернулося керавництво Гомельского облвыканкама и областного совета депутатов. У гэты святочный день жадаем жыхарам в области моцного здоровья и счастья. Нехай над нашей Беларусью заўсёды будет чистое мирное небо, спокой у сердцах людей и добробыт у домах, говорится у віншаванні. Урачыстасці з нагоды Дня Незалежнасці працягнуліся каля мемарыялу «Вечны агонь». Правядзенне мітынгу на гэтым месцы ў Гомелі з'яўляецца ўжо шматгадовай традыцыяй. Мерапрыемства заклікана нагадаць, якой цаной дасталася Беларусі яе незалежнасць. Падчас Вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Гомельскай вобласці дзейнічалі 29 партызанскіх брыгад. Разам з тым, падчас акупацыі горад быў практычна поўнасцю разбураны. Пасля вызвалення калектыў завода «Гомсельмаш» налічваў усяго 76 рабочых і служачых. Шкло завод 50, завод имя Кирова 18. Обновление города началось литерально с первых дней после вызволения. И уже на приконце 44-го года тут працавали 25 предприемств. Удельники митингу ушановали память загинувших подчас Великой Айчинной войны хвилины молчания. Для супрацовников Держаутоинспекции 3 липеня – двойное свято. Одночасово с Днем Незалежности яны отзначают еще и годовину створения своей службы. Отповедная постанова Совета народных комиссаров Советского Союза была принята 3 липеня 1936 года. И хоть дата не круглая, эта подстава еще раз нагадать об работе ДАИ. В Гомеле центральной подеи стали показальные выступления пераможцев апошняга республиканского огляду конкурсу профессийного майстерства супрацовников дорожно-патруль службы. Открытие социально значных объектов до державных святов на Гомельщине стало уже доброй традицией. Всю лето ее протягнули открытием реконструированной пешеходной зоны на бережной раке Сож. Гэты участок протяглостью каля полутора километра был побудован в 70-х годах минулого стагодия. С тягом часу его бетонное покрытие оказалось значно пошкодженным. Финансование объекта ожитявлялось за кошт сродков областного и городского бюджетов. Усяго на этой мэты выдаткована больше, як 2 миллиона рублей. Дарэчы, пешеходная зона этого участку на Бярышной выканана у выгляде белорусского орнаменту. Самых маленьких жыхароў региона у День Незалежности у Гомельским парку чакаў подарунок. Новый аттракцион под назвой «Каруселька». И он различен на дзяцей во возрасте от 2 до 10 году. Конструкция мае форму кветкового букета ярких колеров. Аттракционы прыгожаны светловым обсталяванием, предугледжана и музычное сопровождение. Дарэчы, першым наведвальникам «Карусельки» пропоновали прокатиться бесплатно. Гомельская область заўсёды славилась своими народными майстрами. Гэта еще раз подтвердили оригинальные выставочные пляцовки свята вышиванки. Яны растягнулися по улице Ланге до областного громадско-культурного центра до Гомельского державного медицинского университета. Мероприемство накировано на популяризацию национальных традиций. Соломяные и гончарные вырыбы, интерьерные предметы с природных материалов, а галоўнае национальные костюмы, тканы, речи с элементами орнаменту и ручники. Гости свята могли не только все деталево разглядеть и доведаться про сакральные символы вышиванки, але и выпробовать свои силы в этом мастерстве. Свято сопровождала яскравая музычно-театрализованная программа. Головная идея про хореографичные и вокальные нумары – узнавить подеи минулой эпохи и адлюстровать досягнение сучасности. Усе районы в области до Дня Незалежности подрыхтовали уласные программы. У Хойниках яна распачалася з урачыстага митингу ля помника танкистам. Свята протягнул парад тематичных экспозиций вехи истории. Кожная автомашина символизует особный период у истории краины. Кастрычницкая революция, громадянская война, працоўные и навуковые подвиги советских людей – великая айчинная. Далее у программы урочистое шесть и хореографичная композиция, просвеченная 135-годию с дня народжения народных песняров Беларуси Янки Купалы и Якуба Колоса. Тем часом массовые гуляния проходили у городским парку. Тут разгорнулись тематичные выставы, концертные и гульнявые пляцовки. Особливой популярностью корыстались сельские подворки, где наведвальникам пропоновали гумористичное представление и дегустации страу вязковой кухни.
До віншаванню со святом Дня Незалежності долучився знакомитый эстрадный спевак, композитор и поэт, народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Он подарил шмат приемных эмоций усім, кто пришел на его концерт у Гомеле. У репертуары Олега Газманова шмат популярных композиций. Их он выконвал уживую и зараджал слухачу своей энергией. Весь стадион у одином порыве бадера подпевая. Одну из песен народный артист Российской Федерации просвятил своему старейшему сыну Родиону, який народился миновито 3 липеня. Традиции яскравой финальной кропкой святочных мероприемств стала акция «Проспеваем гимн разом». В Гомеле на пляцовце каля Лядового палаца собрались керовники в области и города, военнослужащие, активисты громадских организаций, граждане и гости областного центра. День незалежности объединил усіх, кто шанует славную историю своей айчины и верить у яе будущее. Это свято в особлении героизму, стойкости, мужности и величи духа нашего народа, символ едности, добробыту и росквиту белорусской державы. После массового выконания державного гимна «Небо над Гомелем» расквітили святочные фейерверки.